Более 500 человек стали участниками форума «Я патриот». Во Дворце культуры «Химволокно» собрались представители молодежных организаций из Твери и многих районов нашей области. Подробности у Романа Быкова. Эльвира Ермолаева со своими товарищами по молодежному объединению привезла на форум короткометражный фильм. Это уже вторая такая работа, которую они сняли в рамках проекта «Истории забытых деревень». Созданный при поддержке Тверского госуниверситета, он призван увековечить память о тысячах населенных пунктов Верхневолжья, которые до войны было, по сути, крестьянским регионом. Все истории уникальны, и все истории, безусловно, очень трагичны. Существует очень много деревень, деревня Афанасова, например, деревня Кусты. Очень много было сел. Ведь до войны было около 1000 деревень, более 1700. А сейчас осталось совсем немного, и многие ушли из-за бытия, многие были разрушены, сожжены. И наша задача помнить об этих деревнях и селах. Вячеслав Маркин уже не первый год организует акцию «Живое спасибо ветеранам». Она не ограничится только вот таким баннером, на котором сегодня свою благодарность поколению победителей и так выразили многие участники форума. Главное действо состоится 5 мая будущего года на Тверском стадионе «Химик». Ветераны сидят на трибунах на стадионе «Химик». Мы ставим огромное слово «спасибо». То, чтобы мы все вместе сказали спасибо тем людям, которые воевали 75 лет назад и отстояли нашу землю. Таких, как Эльвира и Вячеслав, в этот четверг в ДК «Химволокно» собралось около 500 человек, которые представляли почти все муниципалитеты Тверской области. Члены военизированных организаций и реконструкторы, юные краеведы и участники добровольческих проектов. Все они встретились для того, чтобы не только подвести итоги года, но и обменяться опытом. Конечно же, это очень важно. В настоящее время ведется подготовка к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. И ребята имеют возможность на площадках обсудить и практику, уже имеющуюся на работу. И кроме этого, наметить планы совместной работы по патриотическому воспитанию нашего подрастающего поколения. Присоединиться к ним прямо сейчас может любой студент или школьник. Ведь уже стартовал набор волонтеров для организации празднования 75-летнего юбилея Великой Победы. Поэтому понадобится немало энергичных и неравнодушных парней и девушек.